Алло, да, есть и девочки, и мальчики. Девочки по 1500, мальчики по 2. Да, есть рыжие, светлые, темные. Можете подъехать и выбрать. Хорошо, жду. Да хорош ржать, я как дура третий день отвечаю, как сутенерша, а еще ни одного котенка не продала. Как дура, она отвечает, и ни одного котенка еще не продала. Ребята, всем здорово, Саныч на связи. Всех вас рад приветствовать у себя на канале, да, в принципе. Одно здесь приятно, то, что мальчики дороже, потому что мужчины больше ценятся. Я бы хотел узнать, а почем сама хозяйка котят, да, в принципе, потому что мне нравятся брюнетки, брюнетки такие черненькие. Огненные такие девочки. Ох, ладно, фигня. Не хочу ее обидеть, но тем не менее, всякое бывает. Да. Может быть, всякое может быть. Как-то так. Пишите, что вы думаете по этому поводу.